Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Магнітогорск – металургічная столица Росії. Сьогодні у Гомелі адміркавалі перспективи супрацовніцтва двух городов. Пошта приймає листи до Деда Мороза і пропонує оформити підписку на перше полугодие 2018-го. Місіс Світлогорск 2017. Випробувати себе у новому проєкті пригожості грації одважилися 11 удільниць. Мастацтво бонсай, вистава карлікових древов, открылася у картинной галереї Вашанки. А зараз об гэтым і іншим больш подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил заховать социальную накерованность в работе Беларусьбанка. Об этом шла размова сегодня подчас доклада старшини правления банка Виктора Ананича. Как было огучено, сёлета установой выполнены все нормативы безопасности функционирования, предугледженные Национальным банком. Особенно так само обмерковывалась стратегия развития Беларусьбанка на 2018-2020 годы. Александр Лукашенко ее одобрил и дал шерох доручений. Беларусьбанк в ближайшие 3 года планує повысить эффективность работы и обеспечить рентабельность капиталу больше за 11%, что у 3 раза выше за теперешний узровень. Чакается так само повеличение объема кредитования. Отримают развитие такие важные у социальном плане направки, как жилевое кредитование, подтримка малого и среднего бизнеса. Усе кандидаты у депутаты на выборах у мясцовые советы обязаны будут подать декларации об доходах за 2016 год. Размова про это шла сегодня на посяджении Центра выборкама. Период вылучения начался у снежня 2017 года, а заканчивается у студени 2018 года. У выборчем кодексе замацаваны принцип ровности усіх удельников выборчего процессу. Тому Центр выборкам полишил правильным, коли кандидаты, яких регистрируют у 2017-2018 годах, будуть подавати декларацію за один і той же год 2016. На посяджэнні ЦВК сёння таксама абмеркавалі арганізацыю выступленняў кандыдатаў па радыё. Яны павінны доўжыцца не менш за 3 хвіліны. Кожны кандыдат мае права на адно бясплатнае выступленне. На думку спецыялістаў, 3 хвілін дастаткова, каб распавесці пра сябе і пра крокі, якія кандыдат мае намер зрабіць у інтарэсах выбаршчыкаў. Высокія технологии – одна з ключавых тем на другім з'езде вучоных. Масштабный форум стартаваў сёння у Мінску. У першы день делегаты з усіх областей, а гэта больш за 2500 чалавек, працавалі па 9 секцыях. Один з ключавых пунктаў на парадку дня – проект стратегии развития науки и технологий до 2040 года. Таксама на форуме будуць прадстаўлены навуковыя дасягненні нашай краіны за апошнія 10 гадоў. Тем часом значной подеей у науковом житті нашего региона станет открытие Института Конфуция у Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. Официальная церемония запланована на 20 снежня. Приоритетные направки культурно-адукационного центра – вывучение китайской мовы, академичный обмен, распаўсюджванне культуры и традиций поднебесной. Нанкинский университет науки и технологии, который выступил инициатором и партнером, супрацовничает с Гомельской ВНУ с 1995 года. А сегодня у Гомеля обмерковывали перспективы супрацовництва с российским Магнитогорском. Керавництво этого города с официальным визитом наведывает наш регион. У программе встреча с городскими уладами и ознакомление с предприемствами Гомеля. Подробности у Олега Сенцюрова. Появление эффективных накерунков сотрудничества. Именно так сформулирована основная мета визита у Гомель делегации Магнитогорска. Мета тем больше актуальна, что зараз сотрудничество помеж городами у экономической и гуманитарной сферах практически отсутничает. Подчас встречи у горвоканками огучивается лечба. Сегодня удельная вага усёй Челябинской области, на территории якой находится Магнитогорск, у товарообороте Гомеля складая всего 1,3%. И тенденция до повеличения это показчик не мая. С одного боку, причина такого становища можно шукать у отлеглости помеж городами 2260 километров. На автомобиле это больше 35 годин у дороги. Разом с тем, сярод партнеров Гомеля есть и больше отдаленные российские регионы, супрацовництво за якими заявляется значно больше эффективным. Необходимо реальное ожидание усталевания контактов, перш за все непосредственно помеж субъектами господарня. С этой думкой погаджаются ободва боки. 70% всей продукции идут на экспорт. Только 30% для внутреннего потребления. Поэтому Россия, конечно, всегда была главным партнером. Экономика – это все-таки главное. Это как поезд, локомотив, который вытягивает все остальное. Будет это, будет все остальное, приложится обязательно.
слухать, и супрацовництва у гуманитарной сферы сегодня витается так само. У речи у Гомеля есть серьезный науковый сектор, который может не только пропоновать сучасные распрацовки у разных сферах, але и выполнять конкретные заказы субъекту господарения Магнитогорска. У городе развивается больше 50 видов спорта, что позволяет оказать об реальности проведения совместных турниров. А про чатах у россиян интересует гомельский опыт по добропорядкованию городских территорий. У Вугле сегодня у России и Беларуси разные модели экономичных отношений и керования господарчими комплексами, але при наявности ожидания сотрудничать это не является перешкодой. Первым кроком станет распрацовка рабочего плана установления контактов, причем уже в ближайший час размова может идти об взаимном укладании инвестиций. Правда, тут необходимо все детально пролечить. В любом случае, да, взаимоотношения могут быть только взаимовыгодными. Они не могут носить односторонний характер. Поэтому я вот так не ставил бы вопрос, кто куда должен инвестировать. В любом случае, даже если кто-то куда-то инвестирует, это делается только на взаимовыгодных условиях. Поэтому эффективность должна быть прежде всего, и эффективность должна быть для обоих территорий. Встреча у гомельском гарвыканкаме завершается обменом подарунками. Магнитогорцы привезли для местного музея редкой книги раритетное выдание «Нарысы по истории Камяню» как символ початку больше активного сотрудничества. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». На первый аукцион, который пройдет в 2018 году, фонд «Гомель Облмайомость» выставил 4 объекта нерухомости с початковой ценой у одну базовую величину. 4 студеня можно будет набыть трехповерховый цагляный будинок у Ветковском районе, одноповерховый будинок лазни у Хойницком районе, а так само былы сельский клуб и физкультурно-оздоровленший лагерь у Лельчицком районе. Нагадаем, при продаже державной майомости за аукциона с початковой ценой равной одной базовой величине есть обовязковые умовы. А миновито увод объекта у эксплуатацию, ожыццяўленне прадпрымальніцкай деятельности и створение новых працоўных месцев. А вось нерухомость, размещенная у Лельчицком районе, может выкарыстоўвацца под жилье и ведение уласной господарки при умове реконструкции. До інших тем. У Петриковском районе на пожары загинул пенсионер. Об моцным задымлении одного из домов у вёсцы Ванюжичи поздно у вечера поведомил сведка здарэння. Подчас тушения пожара у покоя на подлозе выратавальники знайшли тело 61-годового господара дома. Мужчина проживал один. Причина узгарання высветляется. Магчыма, его крыніцай стала непотушенная цигарета. Парадок проведения дзярштэхагляду скорректовал урад краины. Новые правила почнут дзейнічаць с 1 студеня. Так, у приватности не потребно проходить техагляд при измене уладальника автомобиля. Однако, зразумела только у тым выпадку, коли есть дзеючий дозвол на удел у дорожным руху. Так само проходить знову проверку технічнага стану своего авто не потребно при унесении изменения у посвечения об регистрации транспорту, выдачи дубликата документа альбо нового сертификата. Завтра гамельчане смогут отримать консультации на конт деятельности жилево-коммунальной господарки. На питание откажет генеральный директор Гомельской городской ЖКГ Виктор Кулага. Попередняя запись на прием ожитявляется по номеру телефона 70-43-20. Прием громадян пройдет у громадско-культурном центре у кабинете 305 с 17 до 19 годин. Протягиваем выпуск. До Нового года застаются личные тыдни, а это значит, что у работников пошты самая горячая пора. Колькость посылок и листов в эти дни у несколько раз больше, чем у летние месяцы. При этом сотрудники пошты поспевают и принимать заявки на подписку. Зараз идет оформление на первое полугодие 2018 года. Поспеть выписать газету или часопис треба до 26 снежня. При этом оформить подписку можно как у отделениях пошты, так и дистанционно. С допомогой интернету, а так само платежно-доведочных терминалов. Достаточно навод просто потелефоновать у отделения и запросить поштальона прийти на дом. До того же зараз принимаются заявки от батьков на листы и подарунки для детей от Деда Мороза. Оформить заказ можно у любым отделения. Пошта дае махшимость заработать новогодний подарунок и тем детям, у яких няма батьков. Можно оформить подписку для деток из детских домов, причем вы сами выберете, в какой конкретно детский дом и какое издание будет выходить. И можно купить какие-то товары народного потребления для деток, книжки, игрушки, и тоже передать их для конкретного ребенка. Как конкретный детский дом. Это будет очень приятно. Я думаю, что вот в рождественские праздники, в новогодние, это все ждут чуда, все ждут радости. Давайте делать, дарить друг другу добро.
Гэтая акция бестэрміновая. Аказаць падтрымку дзецям з дзіцячых дамоў можна будзе і пасля Новага года. Дарэчы, да Дзеда Мароза з дапамогай пошты звяртаюцца і самі дзеці. Як паказвае статыстыка, яму пішуць лісты на працягу ўсяго года. А ў снежаньскія дні паток лістоў істотна павялічваецца. І нават калі адрас атрымальніка не напісаны, супрацоўнікі пошты ўсё роўна даставяць ліст у рэзідэнцыю Дзеда Мароза у Белавежскай пушчы. У Гомельскі фестываль прыгажосці «Золотая пролеска» набыў статус міжнароднага спаборніцтва. Чакаецца, што ў прафесійным конкурсе, які пройдзе 24 сакавіка, прымуць удзел больш за 200 майстроў з Беларусі, Расіі, Украіны і краін Балтыі. «Золотая пролеска» дае магчымасць творчай моладзі заявіць пра сябе і даведацца пра сусветныя тэндэнцыі індустрыі прыгажосці. У праграме 25 намінацый для цырульнікаў, візажыстаў і майстроў нейл-дызайну. Ёсць тэхнічныя намінацыі, есть номинации фотоработы. Чем привлекателен этот конкурс, что мастер на месте уже не будет как-то бояться выступать. Те, кто, например, боятся соревновательных процессов, и могут выступить именно в этом виде. Потом есть номинации, например, такая, как боди-арт. Гості фестывалю даведаюцца пра сакрэты працы самых таленавітых і запатрабаваных майстроў. Акрамя таго, падчас фестывалю будзе працаваць выстава «Кірмаш» касметычнай прадукцыі, аксесуараў і інструментаў. Да таго ж, гэта заўсёды яркае і відовішнае шоу. Для дзяцей-сірот, для дзяцей з інтэрнатных учреждений участие в этом конкурсе будет абсолютно бесплатным. Ну и вход на конкурс и на концерт для многодетных семей то же самое будет бесплатный. Я хочу сказать, что у нас уже был совместный проект такой социальной направленности с Лигой творческой молодежи, конкретно перед Днем Матери. Пляцоўкай правядзення міжнароднага фестывалю прыгажосці стане Гомельскі гарадскі цэнтр культуры. Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць на сайтах Лігі творчай моладзі і конкурсу «Золотая пролеска» 2018. У Светлагорску выбралі «Місіс 2017». Падобны конкурс прыгажосці і грацыі тут правялі ўпершыню. Паспрабаваць сябе ў новым праекце адважыліся 11 жанчын. Ад запаветнай перамогі ўдзельніц адлучала 5 тураў. Пачаўся конкурс з дэфіле і прывітання. Маладыя мамы ў раскошных уборах выходзілі на сцэну, расказвалі пра сябе, свае мары і жыццёвае крэда. Затым ўдзельніцы прадставілі гледачам флэшмоб, прайшліся ў дэфіле ва ўборах апошніх калекцый беларускіх вытворцаў. А напрыканцы мерапрыемства выйшлі на сцэну разам са сваімі дзецьмі. Старанні ўдзельніц суддзі ацанілі па заслугах і ўсім прысудзілі званні ў розных намінацыях. Місіс Светлагорск 2017 прызнаная спецыяліст камунальнага жыллёвага унітарнага прадпрыемства «Светач» Ганна Храпатая. А вось імя «Місіс Гомель 2017» стане вядома на гэтым тыдні. У пятніцу адбудзецца фінал абласнога конкурсу. Сёлета ў адборачных турах прынялі ўдзел 50 прэтэндэнтак, з якіх выбралі 15 удзельніц. На шляху да перамогі ім трэба будзе прадставіць візітоўку, харэграфічны нумар, сямейнае дэфіле і фінальны выхад у вячэрніх сукенках. Акрамя таго, арганізатары падрыхтавалі відэакліп, прэзентацыю удзельніц і інтэрв'ю з іх дзецьмі. У перапынках паміж выхадамі гасцей вечара чакаюць паказы калекцыі адзення ад дызайнераў Цэнтра моды і прыгажосці «Хрустальная німфа» і выступленні запрошаных артыстаў. Паміж сном і натхненнем у карцінай галерэі Гаўрыла Вашынкі адкрылася выстава па такой назвай. Тут прадстаўлены расліны ў тэхніцы бансай. Гэта унікальнае японскае мастацтва вырошчвання дакладнай копіі дрэў у мініяцюры. У экспазіцыі каля 30 жывых кампазіцый з прыватнай калекцыі гамяльчаніна Дмітрыя Віхарава. Вырошчваннем карлікавых дрэў ён займаецца 15 гадоў. У яго калекцыі кітайскі клён, адамаў яблык, вяз, хвоя, ліпа і многія іншыя расліны. Найстарэйшым дрэвам больш як 10 гадоў. На думку майстра, галоўнае ў мастацтве бансай адлюстраваць прыгажосць прыроды і яе імкненне да выжывання нават у самых экстрэмальных умовах. Эта выставка – это мой уникальный проект, это мой эксперимент. Я впервые в жизни делаю зимнюю выставку. Никто в мире, насколько я знаю, такого еще не делал. Это была моя мечта. Я читал книги, смотрел вокруг себя, находил в природе подходящие экспонаты, которые уже наталкивали меня на это действие. Я их начинал собирать, изучать и пытаться повторить действия природы, чтобы получить такую коллекцию. Каб лепш адчуць глыбіню і шматграннасць мастацтва бансай, наведвальнікам прапанавалі пагрузіцца ў атмасферу японскай культуры. На адкрыцці экспазіцыі прысутныя змаглі пазнаёміцца з нацыянальнымі танцамі і кухняй краіны ўзыходзячага сонца. Да таго ж, асобныя ўладальнікі білетаў на выставу атрымалі падарункі ад карцінай галерэі.
Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.